Всем привет, ребят! Салют, салют! Сегодня мы с Андой устроим супер-челлендж. У кого-то будет 200 тысяч лимит на покупку мотика и экипировки, а у кого-то безлимит. Ну что, Анду, кидай монетку. Орел – это будет безлимит, решка – это будет 200 тысяч. Ну, давай. Ну, ничего, ничего. Удачи, чувак. Я все равно постелю оделать, мать. Давай, давай. Давай, у нас время 15 минут. Время пошло. Одеваем форму. За 15 минут мы должны с тобой полностью одеться. Ничего, ничего. Я привык к этому. Мы всегда начинали с низов, так что посмотрим, что как будет. Давай, давай. По стилю. Пошли. Ого. Тут как много всего. Я взял вторую, короче, потому что мне нужно то, что untouchable, you know, неприкасаемое. Итак, начнем со шлема. Во, 49,990. Самое то. Да, вот тут титановые болты, легкие, вообще офигенные. Какой офигенный, круто выглядит. Так, это какой-то дешман по распродаже. Нам сегодня не подходит, сегодня не тот день, когда можно дешман. Сегодня мы выбираем крутую. Вот такого плана. Чтоб черный, интересно, есть тут у них? Вот, офигенный минимализм, вообще супер круто. Супер. Смотри, красные джерси черные, красные штаны. Берем самые дорогие боты за 44 тысячи. Литовские перчаточки оранжевые, литовские боты. Так, 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 шлем. Just one. Четко под костюмчик заходит. Ой, тоже потом не получается. Полтинник, что-то прям руки горят от этого полтинника. Так, время у нас есть вообще для этого? О, если смотреть на коричневое, то подходит там чисто. Берем снова джерси, потому что нам нужно будет... Астерикс за 70 минут пройдет, да? Как думаешь? Я одну взял, надеюсь? Да, одну. Вот, отлично. Еще осталось наколенники, короче, взять. Да нет, я просто подхожу, вот это. А ты что там подбираешь, да, еще? Это не мой вариант, я люблю просто строго, чтобы не пачкалось, практично, понимаешь? Ну, вот это прям по кайфу. Вась, что ты там танцуешь стоит? Не я, это москвич. Е-е-е-е! Ты, вот этот бюджетный стильный став. Вот так надо одеваться. То есть главное, чтобы грязного ничего не было. Ребят, поможете? На локотнике, елки-палки. Самое главное забыл. Ну, по мне так, я много раз падал, чтобы была защищала локоть и вот эту часть. Потому что иногда бывает, ты падаешь, и вот эта часть чаще всего царапается. А когда локоть с этой штукой, короче, офигенно получается. Вот это, когда есть локоть сам и вот эта вставка. Вот прям она идеально помогает, защищает вообще. Просто супер круто. Нет, вот давай все-таки возьмем лиц пластиковый. Все, отлично. Вот эти литовские берем. Мне бы сейчас тележку. Скажите, самые лучшие очки. Мне самые топовые нужны. Сколько времени-то осталось? Осталось 3 минуты. Слышь, быстрее давай. Нам оштрафуют сейчас. Время 3 минуты осталось, чувак. Да, торопись. 3 минуты, блин, за перчатки. Они прям такие толстые. Сейчас, потому что зимой... Лучше перчатки зимой брать потеплее. Ну, нежели... Там, конечно, можно подложить эти самогрейки там, типа, и так далее, что-то. Но вот это прям супер, вообще офигенно. Из неопрена такой здесь. Клево. Вот, черный джерси, все, супер. Анду, не забывай, тебе еще надо шлем, очки выбрать, перчатки. Что ты там делаешь, телишь? Ты сейчас вообще поедешь без шлема. Ты что, прикалываешься, что ли? Давай, беги быстрее. Что же мне выбрать-то, а? 114 со скидкой. Так себе. 134. Неплохо. Так, давайте посмотрим, что это такое вообще. Это что такое? Gear X. Большие колеса. Бюджетненько. Тут уже все, и регулировки все. О, офигеть. У меня еще есть запас кэша. О, 450. Офигеть. И что? Еще и с ПТСом. Все, это я могу в эндурике покататься, на мотокроссе покататься, если еще щиток здесь поменять. И, короче, одеть дорожную резину, на учет поставить, еще и по городу поездить. Все, вот этот мой вариант. Нужно купить сразу дополнительное масло, поменять масло.
потому что на этом масле, которое завод залит, нельзя кататься. Купить смазку цепи, запасной фильтр воздушный и смазку фильтра – это обязательно. То есть у вас должен быть это минимальный комплект, который вот просто необходим быть у каждого, когда купил он мотик себе. Погнали, выберем. Я решил сразу затюнить мотик, пока есть такая возможность. Возьму руль себе Twin Wallops Rental, который супер прочный. Он как раз идеально подойдет просто. Поэтому и давайте смазку выберем и масло. Блин, сколько тут масла-то много. Офигеть, вообще любая фирма вообще есть. У меня даже глаза просто разбежались сразу, что взять. Какое взять, ребят, подскажите в комментариях, елки-палки, я реально не знаю, запутался. Возьмем, короче, вот эту максимум. Сразу две банки, потому что одну сразу надо поменять, а вторую уже там через несколько часов надо будет заменить. Все, идем на кассу. О! И у нас скидка же была большая еще. И на сдачу, короче, вот такую тачку ребенку в подарок еще возьму. Прикольные. Что, гелик надо лучше, да? Ну, конечно, гелик, да, 100%. Гелик на сдачу! Ух ты, а это что такое? Четко. Ребят, мне кажется, я это беру. Помогите мне! Забираю! Чувак, ты опоздал! Ну что, наш челлендж подошел к концу. Ну что, Андукян, ты уложился? Бюджет 200 тысяч. Конечно, я даже мотак себе взял. Отдел первый, защита. Скажу, что без защиты, соответственно, мы никто не катает. Потому что это самое главное. Все по стилю. Как видишь, все четко идет. У меня получилось там что-то в районе около 650 тысяч всего лишь. Ну, я себе руль взял, смазки цепи, там, смазка фильтр, фильтр запасной воздушный. Как бы мы ни были с тобой одеты, дорого или дешево, цель у нас одна – получать удовольствие от катания и быть защищенными, правильно? Да. Так что не брезгуйте, покупайте защиту, обязательно экипировку, шлем, коленки, налокотники, потому что это нужно для вас в первую очередь.